Доброе время суток, друзья! В этом коротком ролике я расскажу вам, как запустить новый Valve Hammer для Source 2 на примере SteamVR. Поехали! Шаг первый. Установка SteamVR. Находим в списке инструментов необходимый софт, инсталируем его. Шаг второй. Создание проекта. Запускаем SteamVR. Затем щелкаем по маленькому окошку и в свитке вкладок выбираем «Мастерская». Создать, изменить среду исполнения. В новом окошке жмем кнопочку «Создать новый аддон» на базе выбранной игры. Придумываем имя проекта, затем закрываем окошко. Шаг третий. Настройка и запуск. Снова открываем Steam, выбираем SteamVR. Правый клик мыши, находим локальные файлы. Затем следуем по пути SteamVR, Tools, SteamVR Environments, Game, Bin, Win64. Здесь находим файл SteamTours.exe. Жмем правый клик мыши и отправляем ярлык на рабочий стол. Внимание, два раза подряд. Первый ярлык будет запускать сам SDK Hammer, а второй непосредственно вашу модификацию. Отправляемся на рабочий стол, открываем свойства первого ярлыка. И в строке, где указан путь к исполняемому файлу, добавить следующие параметры запуска. Найти их вы сможете в описании к этому ролику на YouTube. Важно после «Аддон» написать имя вашего мода. Сохраняем настройку. Далее открываем второй ярлык и проделываем почти то же самое с ним, указывая другие настройки. Теперь вы можете хотя бы разглядеть новый Hammer, даже создать простейшую карту, на которой можно будет только летать сноуклип. Мы не знаем, есть ли смысл снимать урок о том, как запустить Hammer для Half-Life Alyx, так как официально SDK еще не вышел, все будет работать криво и поиграть без VR-шлема в него не получится. Возможно, следует подождать официального релиза SDK или же полноценной ПК-игры на Source 2. Ну и не хочется еще 5 лет ожидать чего-то от Valve. На этом прощаемся. Спасибо за просмотр и удачи!